Привет, друзья! Сегодня у меня распаковочка небольшая для видеокамеры Panasonic V380. Прислан из Китая аккумулятор. Сейчас мы проверим. Наверняка он не заряжен, но хотя бы проверить, подходит ли он по присоединительным частям. Пластиковый пакет. Картонная коробочка. Внутри коробочки мягкая тряпочка. И, собственно, упаковочка VW-VBT380. Батарея для видеокамеры Panasonic. Внутри коробочки еще пупырышка и аккумулятор. Батарейный отсек на 3800 мАч. Буду надеяться, мне теперь будет хватать на длительную видеосъемку. Пытаемся присоединить. Отсоединяем родной. Делается это, кто не помнит, нажатием клавиши батарея. И что-то я сам разучился. Так, это родной. И он в половину меньше. Это присланный из Китая. У него объем в два раза больше. Так. Непонятно. Честно говоря, ни разу не вставлял. Так, еще раз. Сейчас, секундочку. Извиняюсь за технику. Так я его не той стороной пихаю. Факир был пьян, и фокус не удался. Все. Аккумулятор присоединился. Включаем. Ну, он, по всей видимости, разряжен. Как и ожидалось, я его заряжу и попробую включить. Даже визуально видно, что он в два раза больше родного. Если мне родного хватало на полтора часа записи, я надеюсь, что этого хватит на три. Так, маленький перерывчик на зарядку. Итак, аккумулятор наш зарядился достаточно быстро, в течение приблизительно 40 минут я его заряжал. И показывает время, на которое хватит записи. Эй, куда делась? Время, на которое хватит записи, 5 часов 26 минут. То есть гораздо более длительное, чем я ожидал. Старенький аккумулятор держал где-то полтора часа. Этот аккумулятор, его хватит на 5,5 часов. Ссылочка, описание на место, где я покупал аккумулятор, будет в описании внизу под ссылкой видео. Подписывайтесь на мой канал. Я покажу еще много интересного, чего можно купить в Китае.